мгновение говорит Мёник. Кто, кто думает, что это трясется, ваша голова. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Сегодня я с вами буду обсуждать свою карту, как я ее делал, как это все делалось, зачем это я делаю, я не ебу, блядь. Да, я пропадал где-то там 5 месяцев, именно поэтому мы сделаем следующий видос через 6. Ну так вот, я сегодня вам расскажу про то, как я создавал свою карту в КС-ке, ее предысторию, как она выглядела до этого. Надеюсь, что вы поставите лайк под этот видос, я буду выпрашивать с вас лайки. Давай, ставь видос, ебучая мразь! Надеюсь, это будет интересно, а мы начинаем. Здорово, друзья. Да, я пропадал уже, не знаю, который месяц, по идее, уже третий сейчас. С чего, в общем, все начиналось? Для начала я скажу то, что карта с самого начала должна быть совсем другой. Она не должна была выглядеть такой, как она выглядит сейчас. Значит, она была совершенно другой. То есть, вот вам скриншот, чтобы вы понимали, что там вообще творилось, и скриншот, который сейчас. Конечно, все баги сейчас пофикшены, но сейчас эта карта набирает довольно-таки большую популярность. Сейчас там вроде бы уже по 2к подписчиков почти подошло. Спасибо вам большое, огромное. Конечно, школьники поставили дизлайки за то, что там были баги, а баги были только с тем, что как бы люди не могли спавниться в команде 2 на 2. Это все пофикшено, поэтому можно просто брать, спокойно играть. Качайте ссылку в описании. На моем запястье. Была идея чисто сделать клуб, но посмотрев на все доступные мне модельки, я просто отреагировал примерно: у меня нихуя не выйдет, бля! И в данный момент, когда абсолютно все доработки закончились, карта была выпущена. Ну а сейчас у нас музыкальная пауза, передадите привет. Привет, Ютуб. Здоровенько. Спасибо, что вы передали привет. Удачи и до скорых встреч. Я забыл, о чем я говорил. И в данный момент, когда абсолютно все доработки закончились, карта была выпущена, появились другие проблемы. Вот. И как бы там в чем суть была? Реально, вот просто человек не мог спавниться на ровном месте. То есть было всего лишь 3 доступных слота на карту. То есть в одной команде один будет человек, а в другой команде по 2. И ты такой думаешь: ё-моё, что за фигня, поставлю дизлайк. Я, конечно, все понимаю, но вы могли просто написать в комментарии, и все было бы окей. Но люди разные бывают, здесь ничего не поделаешь. И в данный момент на Ютубе вы можете увидеть 2 трейлера. Целых 2 трейлера. Пришлось вообще заливать это все в ТикТок, ТикТок, ТикТок. И поэтому я сейчас стою около ебаного озера. Я ору в телефон, блядь! В Инстаграм также. В 10 профилях уже набралось по 50 просмотров. Это уже хотя бы какая-то вещь, какая-то штука. Но вот представьте вот такую вот фигню. Какая-то девчонка ищет себе косметичку, а тут вылазит ей CSGO и такая думает: что это за фигня, я не буду это все смотреть. И вот думаю, таких вот примеров очень много. Ну, надеюсь, вы зайдете на мою карту, потому что это надо. На чем мы остановились? Будем начинать с самого начала. Чтобы не было дополнительных проблем с оптимизацией, мне пришлось урезать карту, мне пришлось добавить туман. И этот туман сделал абсолютно всю атмосферу прям сочной. И сама карта начала выглядеть как карта, а тогда было совсем другое. Самая большая проблема была с освещением. Какую местность ты не пойдешь, какое место там под лестницу, в лестницу, на крышу, под крышу. Везде было темно. Так было темно, ты просто еб... Вот такая вот у нас история была. Я, конечно, что-то там натараторил, как-то вкратце, но все же хотя бы как-то вам это все описал. По ссылке в описании переходите, подписывайтесь на эту карту, добавляйте меня в друзья ВКонтакте, в Стиме, вообще абсолютно везде. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.